здравствуйте, дорогие друзья. Такой чудесный уголок русской природы вдохновляет на музыку, на русские мотивы. Поэтому я сыграю фантазию на тему русской народной песни «Матушка, что во поле пыль». Thank you.
сцене очень много происходит интересного, того, чего вы не видите. Атакуют всевозможные насекомые. Вот, кстати, один представитель местной фауны. Сказочный. И поэтому следующая пьеса будет называться «Сказочка». Специально для тех, кто не боится ни насекомых, ни волков, ни другой сказочной нечисти. Есть такие в зале, я вижу. Небольшой танцевальный антракт. Thank you.
это обработка джазовой мелодии, мелодия Джанго Рейнхарда, называется она «Облака». Обработку сделал Роланд Диенс.
хочу сыграть напоследок пьесу композитора Агустина Бариуса, которая называется «Подаяние во имя Божьей любви». История этой пьесы такова. Когда в дом к Бариусу постучалась старушка, она просила милостыню, он дал ей немного денег, но не зря, потому что тут же он написал эту пьесу, которая оказалась его последней пьесой, и часто ее называют «последним тремоло». Первые звуки этой пьесы изображают стук старушки в дверь. Называть пьесы женскими именами. Это, как правило, были имена его учениц, и он в эти пьесы он вкладывал их характеры. Вот такой был человек. Сейчас я сыграю две пьесы, два имени, два разных характера. Первая — это «Мазурка», «Аделита» и «Гавот Мария».